Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Миссия добра» из цикла «Путь паломника». И сегодня мы расскажем вам о первом открытом турнире по дзюдо среди юношей, который состоялся в сентябре 2016 года под названием «Кубок митрополита Самарского и Сызранского». Тенденция последних лет такова, что воспитание духовного и телесного здоровья идут рядом. Взаимодействие церкви и спортивных организаций постепенно приобретает статусное положение. В 2015 году по благословению святейшего патриарха Кирилла при синодальном отделе по делам молодежи была создана комиссия по физкультуре и спорту. Если посмотреть на, скажем, то, где человек себя осеняет крестным знаменем в этой жизни, да везде. Отправляется человек в путешествие, Господи благослови, и выходит в то же время на ринг какой-то наш, допустим, борец, или выходит на эстафетную дорожку, так сказать, наш какой-то бегун, да, Господи благослови, и человек пошел, побежал, чего-то достигает, добивается. Когда проходили Олимпийские игры по зимним видам спорта в городе Сочи, один из объектов, очень важных объектов, это был храм, который строился среди многих важных олимпийских объектов. Причем храм строился не для того, чтобы иностранцы приехали, посмотрели, вот этот элемент, скажем, такого некого быта русского народа. Храм, он не может быть искусственным, он не может быть храм, скажем, так сказать, как бы построенным как какой-то памятник, музей недействующий. Храм, он Богу посвящен, и люди там должны возносить молитву. И вот многие спортсмены, причем не только из России, не только, скажем, вот там, ну, скажем, этнические русские, или там наши православные здесь, а люди из других стран, кто исповедует веру во Христа, и, может быть, даже, скажем, не православные, в храм этот заходили, помолиться, обратиться к Богу, Господи, благослови. У олимпийской сборной есть даже духовник на сегодняшний момент. И вот сейчас проходили, когда Олимпийские игры в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, то наш духовник, он летал туда. Вот, и был во время всех игр с ними. В начале 2016 года владыка Сергий благословил создание в митрополии отдела по делам физкультуры и спорта. И уже в марте этого года было подписано соглашение о сотрудничестве Самарской и Сызранской епархии и Федерации дзюдо Самарской области. А в сентябре в Самаре прошли уникальные соревнования. Открытый турнир среди юношей до 15 лет – Кубок митрополита Самарского и Сызранского по дзюдо. Они были приурочены к 180-летию со дня рождения святителя Николая Японского. Равноапостольный Николай Касаткин, создатель и первый иерарх Японской православной церкви, был выдающимся русским миссионером 20 века. Всю свою жизнь он посвятил проповеди Евангелия в стране восходящего солнца. Он прибывает в 1860 году на побережье Японии и вместе с русской дипломатической миссией находится там. А сталкивается с совершенно другим народом, с которым он, скажем так, даже сравнить не мог никакие народы России. Это другой менталитет, это другие обряды, это другая культура. И он видит, как терпит неудачу за неудачей, скажем, его коллеги, да, протестанты, католики, не могут найти ключ к Японии. И вот святитель Николай начинает погружаться в культуру Японии, он изучает ее историю, он изучает обряды, он изучает язык Японии, углубляясь в культуру Японии. Он понимает, что если ты страну эту полюбишь, полюбишь этот народ, ты сумеешь их победить, сумеешь им дать то, что есть в сердце у тебя. И его девиз в дальнейшем, его слова, которые у нас были на кубке, были на медалях «Побеждай любовью», становится фактически смыслом его миссии. С любовью к этой стране он побеждает этот народ, как привлекает. Этот народ он завоевывает, располагает к себе. Потому что пройдут годы, и сначала японцы, которые враждебно относились вообще к любым миссионерам, именно к святителю Николаю будут относиться как к своему, ну, просто национальному герою. И вот каждый прибывающий из России, будь то путешественник, будь то, так сказать, человек, который приехал по коммерческим делам, если ему нужна была русская миссия, русская духовная миссия, русский храм, ему достаточно было сказать слово «Николай». И человеку указали путь, направление, куда идти. Стремясь подготовить служителей церкви именно для Японии,
Преосвященный Николай приблизил программу православной семинарии к стандартам японских государственных учебных заведений. Он включил в нее и восточное единоборство. Познакомившись с системой дзюдо, владыка уловил в ней то рациональное начало, которое могло бы стать полезным и на родине, в России. Ведь у дзюдо есть интересные принципы, а оно не ставит задачу человеку, ну, скажем, в борьбе, скажем, уничтожить. Противника надо победить, но при этом оставить его в живых и не покалечить. А дзюдо – это не просто самозащита, да, это целая философская система. Не просто там есть такие базовые вещи, что, допустим, мастера своего сенсея ты должен уважать и чтить. Там вообще отношение к старшему. У нас пятый заповедь, что говорит: чти отца твою и матери твою. И благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. И вот эти схожие моменты. Не убий, в дзюдо то же самое. Те, кто там у него занимается, это не только японцы. Это вот те части, скажем, русских детей, сироты, там, дети моряков, дети там, членов миссии, нашего дипломатического корпуса, кто там получают знания. Среди них был и семинарист Василий Ощепков. В 1911 году он поступил в японскую школу дзюдо «Кадокан», а через несколько лет вернулся в Россию и открыл во Владивостоке первую секцию дзюдо. Дзюдо само по себе было запрещено как название, как вид спорта в Советском Союзе, хотя, вот, так сказать, оно имело огромное количество элементов самбо, вот, до 1972 года. Вот Василий Ощепков развивал его, сохранял, были у него ученики, последователи. Помните времена? Это времена, когда была действительно чудовищная волна репрессионных таких зачисток, всех несогласных, всех, скажем, инакомыслящих. 37-й он попал в эту машину смерти и был расстрелян. Но его, скажем, дело сохранилось, и на сегодняшний момент именно благодаря основателю дзюдо Василию Ощепкову в стране есть, во-первых, самбо, но, во-вторых, есть очень мощная школа дзюдо. И если на то пошло, если посмотреть по медалям, по Олимпийским играм, по международным соревнованиям, ну, у России всегда есть и золотые медали, и серебряные, и бронзовые. Накануне турнира в Кирилло-Мефодиевском соборе Самары отслужили молебен на начало доброго дела. Затем в духовно-просветительском центре «Кириллица» состоялась пресс-конференция. Почему было принято решение именно до 15 лет, чтобы ребята участвовали? Ну, у нас, в общем-то, как у любой другой общественной организации, в частности, Федерации дзюдо, прописано в уставе развитие массового детского вида спорта. Ну и, слава Богу, у нас все единомышленники подобрались, и мы видим и двигаемся в одном, смотрим и двигаемся в одном направлении. Все-таки приоритет больше отдавать детям. Не будем заниматься детьми, у нас на самом деле не будет будущего. Я понимаю, что многие хотят сразу взять себе чемпионов или уже более подготовленных спортсменов, чтобы он завтра стал чемпионом. А заниматься детьми очень такое хлопотное дело, так же, как и своими, и чужими. На Крепахе вопрос, как будет приходить ваше участие, что вы будете конкретно делать на этом турнире? В каких-то частях вот, организация участвуем, вместе какие-то вопросы решаем о том, что предстоит открытие потрясающее, на мой взгляд. Чем занимается ангел-хранитель? Кто-то видит? Нет. Знаем, что есть? Да. Многому помогает. Вопрос открытия, да? Вот кто верует,
знает, что много. Ну, вот. Кому это необходимо, тот обращается, и происходит нечто, что является каким-то маленьким чудом где-то как-то. Я считаю, что церковь в данном случае выступать будет в этом ключе. Молиться и стараться духовно оберегать. А уже на следующий день стартовал сам турнир. Спорт и аскетика, они близки по духу и по истории. Термин аскетика, как упражнение, затем восприняли христиане от Олимпийских игр. И всегда в спорте необходимо воздержание, это внутреннее равновесие, ограничение в пище. Также и в аскетике, в духовной жизни упражнения в духовной жизни – это воздержание, ограничение в пище, немногословие и в других ограничениях, которые позволяют вести здоровый образ жизни. Возрождение духа и тела, оно идет параллельно. Пропаганда этого образа жизни как раз нацелена, чтобы сегодня русский народ осознал свое место в истории и обратил взоры на образ жизни, занятия спортом, честное отношение к труду и преодоление вот тех пагубных привычек, которые сегодня преобладают у молодежи в обществе. На открытие организаторы подготовили действительно грандиозную шоу-программу. И собралось множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле. Рассмотрит день минувший, чтобы устранить помехи.
на дровах устремленных и в небеса растущих, отвагой напитает под стать горе могучей, любовью побеждает и освещает путь тем, кто верит, что найдет, и душу насыщает огнем святых высот. Не каждый грезит небом, но каждому понять необходимо требу и истину принять о том, что дух высоким шагает по земле и красит ее в токах любви, и на заре всех светлых откровений, возможностей, идей приметит в мире новом окрыленных детей. Владыка обратился ко всем с приветственным словом и благословением. У нас своя история, традиция, культура, которая произросла из религиозного начала, в частности, у нас в России, из православной веры. Мы все выросли из Киевской купели, и история наша связана с этой традицией. Я рад, что и наши местные руководители, члены Федерации дзюдо, в частности, Иван Анатольевич Матында, он инициатор, и многие другие этого мероприятия, которое поможет детям закалить и физическое тело, пробудить духовное начало. Идеология и начало заложены очень хорошие, и совместно, Бог даст, будем работать в этом измерении божественном и физическом, чтобы наш народ возрастал сильным и духом, и телом. Храни вас Бог. Божие вам всем благословение. Всего в турнире приняли участие более 300 спортсменов со всей России. Даже с Казахстана ребята приехали. В первый день соревнований на татами вышли дзюдоисты в весовых категориях 38, 42, 46 и 50 килограммов.
что это важные соревнования не только для того, чтобы выявить сильнейшего, но и для того, чтобы дети получили какие-то основы, знания по культуре, по религии, по образованию. Так что мне кажется, что очень хорошие соревнования. Я очень рад за моего коллегу, за моего друга Ивана Анатольевича Матынгу. Потому что я думаю, что это таких соревнований на призы митрополита или на призы духовного деятеля российского не видел. Это первое, что я вижу, первые соревнования в моей жизни. Но мне кажется, очень удачный старт. И надеюсь, что они будут продолжены успешно. Вы понимаете, что в настоящее время одно из самых главных, наверное, воспитания молодежи – это ее толерантность, в том числе и к людям иной веры. У нас страна многонациональная. И это соревнование, наверное, как вы сейчас можете убедиться, встречает не только христиан, но и спортсменов другой веры. Все они находятся в равных условиях и всегда дружат. Потому что спорт не зависит от веры и от вероисповедания. Я благодарю нашу епархию за то, что они эту идею поддержали. Во второй день турнира за право стать сильнейшими поборолись спортсмены весом от 50 килограммов. Первыми победителями первого Кубка Митрополита во всех весовых категориях стали дзюдоисты из Самары. Среди серебряных и бронзовых призеров также самарцы и мальчишки из других городов. Пусть не все достигли в этих соревнованиях тех результатов, к которым стремились. Но главное, что каждый из юных спортсменов уже сделал первые шаги в сторону победы. Той, которой всех призывал Николай Касаткин. К победе любовью. И это очень важно, на мой взгляд, когда сегодня человек понимает, что церковь – это не только храм. Церковь – это не только, скажем так, у нас это пожилые люди, идущие в храм. Церковь – это вообще, скажем, общество. Это те люди, которые связаны не только с храмом, как и со зданием. Церковь – это именно общество людей, которые вовлечены в эту жизнь, там, к добрым целям, к добрым намерениям, да, Богом благословлены. Да. Но это сфера всей фактической жизнедеятельности нашей. Итак, первая страница в истории Кубка митрополита Самарского и Сызранского написана. Планируется, что она будет иметь продолжение и турнир станет ежегодным. Возможно, помимо Федерации дзюдо, к осуществлению этих планов присоединятся и представители других видов спорта. А на этом передача наша подошла к концу. До свидания и храни вас Господь!